Hola, amigas. Ну вот, сегодня мы решили с дочерью сделать реакцию на Мишину поездку в город Тулум. Так что начнем смотреть. Ой, он там на английском говорит? Нет, на русском. Привет, друзья. Чуть-чуть начнем. Сегодня расскажу вам о моей поездке в город Тулум. Я со своими друзьями, мы съездили на один день в Тулум. Ну, вообще на 2 дня. На первый день мы поехали поздно. И мы просто ели и ничего не делали. На следующий день мы поехали в археологическую зону Тулума, и затем мы поехали посмотреть одну лагуну. И когда мы поехали в археологическую зону, я видел Молодорос де Папантла. И я надеюсь, вам понравится это видео. Что это такое? Вот это. Это Папантла, это вот. Мы с ним как-то реакцию делали на это. Люди вот там крутятся. Это... Да. Как их называют? Типа, не знаю, летчики, не летчики. А зачем они там крутятся? Ну, это у них такая национальная, это, ну, не игра, а как выступление. Смотри, как это выступление. Видишь? Да. Один человек наверху, видишь, это все видно, раскручивает, контролирует. Ну, 4 их там, ну, представь, за ногу подвешенные. Представь, Миша это в живьем видел, на реальности. Классно. Здорово. И он там, наверное, он что ли на дудочке-то играет наверху? Кто-то ж играет на дудочке. Музыка такая. Да, может, внизу кто? А может, и внизу. Видишь, народ снимает все это. Да они так типа вот опускаются. Они раскручиваются, веревка раскручивается, удлиняется, и они вот, видишь, до низу доходят. Ну, представь, с такой высоты вниз головой висеть, это же недостижимо. Это опасно, как минимум. Да, конечно. Ну, специально готовятся такие, видно, типа, я не знаю, как их назвать, акробаты, что ли. Такие. Это как бы все, что они делают, просто спускаются? Спускаются, да. А что ты хотела? Не знаю. Ну, чтобы они еще раскачивались. Какие-нибудь, не знаю, типа акробатических трюков. Нет, нет. Они просто... Именно так, да. Парящие, летящие. Вот, видишь? Да у них такое национальное, я говорю. У нас в масленицу столбы залезают, а у них спускаются. А у них тоже есть масленица? Нет. Ну, я просто в смысле сравнения. Вот смотришь и прям завидуешь. Лето-лето. Хотя у них тоже зима. Видишь, раздетые. Вон, молодцы. Класс. Это красиво, насколько много там зелени. Речь немножко другая, да? Не как у нас. Так он не привык, он отвык от русской речи. Ой, там. Смотри, вот они, наверное, эти, да, сами в масках. Это, наверное, этот, в национальных масках. С маленькими ребятишками, с колясками. Туристы. Зелень. Да. Ну, вообще-то не выглядит так, что там очень жарко, потому что небо какое-то, как этот... Не палящее солнце, да? В общем, чем ближе приближаешься к самой зоне, тем больше становится туристов. И я бы сказал, что Тулум — это мексиканский город, где меньше всего мексиканцев. Потому что я видел только одних туристов из всех одного... Ну, это популярная зона, как это сказать, туристическая зона. Да, там... да, да, да. Видишь? Старинные эти древние руины. Видишь, деревья какие интересные. Это же пальмы. Пальмы. Ну, похоже. Угу. Ну, что-то пальма, что-то нет.
Ну, туристическая тропа, народ идет, поднимается. Даже дорога сделана, видишь, в такой стилистике древней. А может, они такие были ступеньки? Думаешь, они сохранились с тех времен? Да, вот, смотри. Это ж как-то вот все. У них тогда цемента, наверное, не было. Миша, кого не удалось. Сейчас вот смотри, бац. Миша. Бедолага, ты че хоть? Слишком высокий. Ой, шишку набил. Сейчас посмотрим. Игуану мы в том видео видели. Вот, видишь, сидит. Конечно, надоели вы мне все. В этом месте создается такое ощущение, что ты либо на острове, либо ты в какой-то видеоигре. Мне это напомнило игру Uncharted, 4-я часть, где куча зелени, они бежат по островам, куча руин, и поиск сокровищ, пираты и все такое. Смотри. О-о-о. Вот это. Это там что-то. Что это там? А, нет, показалось. Ну это вот это руины просто... чего-то, видишь, старинного. С заборчиком, видно, какое-то что-то было. Я просто думала, это какой-то монумент, статуя, это тоже это, верхушка. Миша крутит камерой прямо. Голова крутится. Типа что-то такое было большое, да? Какое-то. Говорит, что там вроде как мексиканцы. Угу. Мы пошли дальше смотреть. Барбадос? О, обезьянка! Вон, видишь, какие интересные. А, нет, это не обезьянка, это лемур. Лемур? Да, это какой-то, по-моему, лемур. Да? Это не обезьянка. С этим хвостик торчком, да? Да. Ну, что-то, по крайней мере, из этого похоже, рода. Похоже, да? Да. Ага. Вот тоже видно какое-то было здание или что-то такое, да? Угу. Сохранилось. В тенечке, что ли, прячется? Да, стоят. Может быть, от солнца. Да, вроде солнце такое. Ну, представь, это сколько веков назад такое было поселение. Миша! Привет, дорогой! Солнце. Шачки бы хоть бы купил. В своей стильной футболке. Да. Очки ему надо. Чурица. Ну или кепочку. Да, он все время в кепочке, да? Был. Ну да. Ну и кепочку бы надо, да. И очки бы надо. Там он умные люди в, да, шляпах. В шляпах и в очках. Вон, смотри, еще там дальше. Угу. Целое такое поселение. Одна типа городка было. Теперь по-английски говорит. Господи, Миша. Говори мне что. Ну, говоришь, что там красиво, такая, типа, вода красивая. И, конечно же, много туристов. Ну, цвет воды, он говорит, красивый. Надо будет по карте посмотреть, это что так здесь. Что это, море? Наверное, море какое-то. Наверное. Или океан. Прогулочные катера. Угу. И народ. Интересно, какая температура воды? Да, я народ думаю, купается. Тепло. Да? Но они не то, что плавают, они просто зашли и стоят. Фоткаются. Да. Для картиночки. Ну, охлаждается. Ну, я вон вижу, там многие фотографируются. Угу. По большей о, части. Смотри, какая красота. Угу. Такой крутой берег. Как в фильмах. Да. В тех же этих. В «Пиратах Карибского моря» они там тоже. Ой, везде. Смотри, какая красота.
Ну, правда, это ограждение там, конечно, слабенькое. Смотри, прямо крутое-крутое, да? А где это ограждение? Вот, веревочкой вот так оградили. Ну, оно же как бы ограждение. Ну, как... Оно не запрещает, но настораживает. Предупреждает. Да, предупреждает, что... Не заходить. Ну, типа, ну, дураки же... Да, для умных рассчитано. Люди же действительно не дураки. Зачем им смотреть, ну, на сам обрыв залазить? Позагорают, отдохнут, охладятся и дальше пойдут. Вот цвет воды какой красивый, да? Голубой. Здорово. Опять игуана. Бегает там. О, головой как трясет. Они для нее, наверное, на солнышке лапа греется. Вот, видишь, еще вон. Да, видно, целый город был старинный. Это, как там называть, портовый город. Портовый город? Ну, они же у воды. Тут, вероятно, был порт, какие-нибудь башни. Отдыхает, греется на солнышке. Все. Еще идут куда-то по тропе туристической. Еще, конечно, классно. Я такое люблю, вот это все. Все такое низкое. Кушали манго? Ну, девчонки его угощают. Чем-то посыпанное. Это манго, сказал же. Манго, ну что-то посыпанное сверху. Корица может? Не знаю. Мне понравилось. Оно недозрелое, видно, невкусное. Что там красиво. Ой, головой не ударься. Свежий воздух. Опять. Свежий воздух. И говорит, ну, сами посмотрите. Ага. Ну, смотри, как идешь. Это, знаешь, как этот фильм-то был. Эффект, не эффект стрекозы, а как... Эффект не... бабочки? Бабочки, да-да-да. Там они тоже. Там, правда, вот так вода была, зелень, и они вот по тропе такой шли. Угу. Здесь так. А потом наступили на бабочку, да, и не разменился. Да-да-да, не разменился. Не знаю. 3-4-5, чё 3-4-5? И чё-то про Россию не поняла. 3-4... Он сказал, что типа ему было где-то 3-4 или 5 лет, но что, куда, почему он это упомянул, я не до конца поняла, да. Смотри, он качели даже. Да, снег прыгает, наверное. Местечко такое нагороженное, чтобы видно волны. Вот смотри, вода какая стоит спокойная, да? Плавать не хочу. Классно. А там, наверное, что-нибудь кафешка какая-то? Может, да. Чтобы отдохнуть можно было. Посидеть. Да, посидеть, покушать. Видишь, какая красота. Здорово. Классно. Как красиво. Да. Да. Я вообще такие вещи люблю, я бы с удовольствием. Я бы с удовольствием там походила бы. По водичке голубой. И по водичке голубой. И посмотрела бы это все старинное развалино. Здорово. Да. Классно. Только вот что-то еда, Миша. Вкусняшка не понравилась. Ну, недозрелая была. Может. А может, просто не его. Ну, бывает, что пробуешь что-то и как-то вот не твое это. Да. Вообще замечательно, конечно, что в Мексике столько таких мест классных.
Надеюсь, нам Миша еще много-много-много всяких видео наснимает, покажет. Мы посмотрим и позавидуем ему, что он там может себе такое позволить. Да, потом выглянем в окно, увидим серость и снег. Грязный снег. Грязный снег. И таким, ну да, видимо, не судьба нам где-то побывать. У нас зима так зима, а у вас зима прям как у нас лето. Здорово, да. Класс. Единственное только, что у них небо чуть-чуть затянуло легкими облачками. Да, ну, зато этот, гулять хорошо, да. Солнце не слепит. Не поспоришь. Да, ну там здорово, конечно, все так организовано. И вот эти летающие эти, Миша увидел все это, как все это происходит. Да. Здорово, классно. Фу, понравилось нам. Да.